Два человека умерли от коронавируса на Колыме. По данным областного оперативного штаба по недопущению и распространению коронавирусной инфекции, за сутки в Магаданской области выявили 47 подтвержденных случаев. За весь период COVID-19 заболели 4745 человек, вылечились 3414, умерли 41. Роспотребнадзор напоминает, в общественных местах нужно надевать маску. Также нельзя касаться немытыми руками носа, глаз и рта. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.